Моє вітання всім шанувальникам телеканалу «Сфера». І сьогодні, перед тим, як представити гостя нашої програми, я хочу процитувати фрагмент однієї статті, яка розміщена на одному з українських інтернет-сайтів. Отже, цитата. «Це людина в окулярах Вуді Аллена. На початку вересня під Маріуполем він зняв власний фільм. Правда, деталі сценарію обіцяє розкрити років через 5, не раніше». Його називали м'якотілим губернатором, але в критичній ситуації він чомусь проявив твердість, невластиву більшості генералів. Суспільство насправді мало що знало про цю людину і судило про неї за приклеєними журналістами ярликом «олігарх». Правда і в тому, що зустрічають по одягу, а типаж і тембр голосу у співвласника корпорації «Індустріальний союз Донбасу» і справді аж ніяк не героїчні. Тим не менш, свій головний поки що бій за малу батьківщину – він виграв. Мала батьківщина відповіла взаємністю і делегувала вже екс-губернатора в Раду. Тому нехай на тлі простою Алчевського медкомбінату називає себе банкрутом, але політичного банкрутства він точно не уникнув. Судячи з усього, у парламенті він займатиметься звичною справою – буде менеджером. Наприклад, вже ініціював створення спеціальної комісії Верховної Ради у справах забутого в лапках до Донбасу. Усе це про Сергія Олексійовича Таруту. Саме він і є гостем сьогоднішньої нашої програми на телеканалі «Сфера». Вітаю вас, пане Сергію. Отже, давайте почнемо з того, що вас привело на Рівненщину. Тим більше було мені перед початком передачі, вперше я дізнався, що ви і самі вперше побували тут, на Рівненщині. Що вас привело сюди і які, власне, враження склалися від відвідин тих, я знаю, що ви були в Острозькій академії, в Торгово-промисловій палаті. Що вас вразило і що здивувало, скажімо? Ну, прежде всего, я хотел побывать в Островской академии. Мы заочно работали по многим направлениям. В основном это были культурологические. И там, мой партнер подарил Островскую Библию. И многие культурологические проекты мы делали вместе. И для меня Островская академия – это основа и науки, и культуры Украины. И важно, чтобы вот в этом ренессансе, который сегодня они пребывают, чтобы действительно Островская академия была сегодня центром новых идей. Она и есть таким центром у нас. Нет, пока она на политическом небосклоне, на научном небосклоне. Вот, она звучит очень гордо, но с учетом исторического значения. А важно, чтобы было и сучастное, чтобы современная вот роль во всех процессах, которые происходят, мы сейчас находимся в трансформации, вот у нас война с одной стороны, с другой стороны реформы, и реформы должны быть очень быстрые, немедленные и необратимые. И здесь, конечно, очень большая роль должна быть в Островской академии. Мы сегодня говорили об этом, чтобы был и Сенат более активный, и создать инициативную группу, которая бы занималась бы и политическими процессами реформирования, и экономическими. И это очень важно. А ось таки, що також маю свіжу інформацію, що у вас трохи затягнулася дискусія в Торгово-промисловій палаті, яка була палка така дискусія стосовно чого? Ну, мы говорили о сегодняшней ситуации, о проблемах с реальным сектором. Проблема, которая возникла в финансовом секторе. Сегодня никто не может привлечь кредиты. У всех одна болезнь. И эта болезнь, к сожалению, она не региональная, она национальная. И мы вместе искали варианты, вот как бороться, как быстро изменить ситуацию, как сделать так, чтобы правительство и руководство страны активно участвовала в процессах реформирования и помощи реальному сектору, потому что они создают благо, они создают национальный продукт, они генерируют деньги, и власть обязана их максимально защищать и помогать. Сегодня этого не происходит. Сегодня эта ситуация не только в Ровенской области. Сегодня это на Донбассе такая же ситуация. И у меня сердце кровью обливается. Я все время там обращаюсь и к президенту, к премьеру. Вот, давайте заниматься промышленностью. Давайте заниматься вот экономикой реальной. Потому что за счет кредитов мы жить не можем. Мы и так уже... А какая реакция на ваше звернение есть? Президента, від уряду? Пока очень сложно. У нас до сегодняшнего дня, все об этом говорят. И я говорил уже в течение года, и уже сегодня и западные страны говорят, и дипломаты. Я вчера с американским послом общался. И все понимают, как может работать правительство, у которого нету вице-премьера по промышленности и энергетике.
Всегда эта роль была первого вице-премьера. Он концентрировал внимание на эту деятельность. А сегодня сюда еще и концентрировались вопросы по ВПК. ВПК на сегодняшний день очень важная составляющая, потому что от этого зависит, погибнут наши ребята или не погибнут. Мы дадим быстрый отпор или нет. А все идет очень медленно. Идет, как будто бы не происходит этой беды на Востоке. Мы не имеем права терять время. И вот одна из моих главных еще целей встречи была с бизнесом. Торгово-промышленная палата, я с ней работаю уже больше 40 лет, в свое время еще, когда был на Азовстали, и мы тогда помогали формированию торгово-промышленной палаты в Мариуполе. И эта институция очень важна, и мы вот обсуждали, и важно, что сейчас бизнесу? Дать надежду, что будут изменения. Потому что если не будет надежды, очень многие состоявшие, успешные бизнесмены уедут из этой страны. И тогда это будет самая большая трагедия. Ось якраз підтвердження ваших слів. Я також прем'єр Сінгапуру сказав недавно, якщо неправильно керувати країною, всі розумні люди виїдуть з цієї країни. Ви розділяєте цю думку? Абсолютно правильно. Країна, яка дуже маленька, менша за територію Києва, і населення 4,5 мільйони за кілька років піднялася на небачену висоту. У нас таке можливе? Я в течение 30 лет очень много раз был в Сингапуре. Я видел ту трансформацию, как изменялась страна. Вот, создаются правильные, базовые, институциональные условия. Абсолютно правильный подход к управлению. Ведь что сделал президент? Он всех министров, премьера, его заместителей по уровню оклада приравнял к зарплате представителей среднего бизнеса. Потому что власть, если мы хотим, чтобы эффективно управлялась страна, от этого очень многое зависит. От этого зависит благополучие целой страны. Вот это от 40 сегодня 3 миллиона населения зависит от эффективности буквально там 50, от 5 до 10 менеджеров. И мы сегодня говорим, мы экономим, там, премьер получает мало, президент получает мало. Ну, то, мабуть, хвалитися нічим. Это самообман, и это на самом-то деле большая беда, когда вот у нас в руководство страны не приходят самые успешные менеджеры. Так вот, там он сделал высокую планку, чтобы не только в бизнес шли, а и в управление шли. И создал эффективную систему управления. Вот сегодня наша страна страдает от неэффективного управления. Когда мы берем сегодня абитуриентов, они вчера учились, какими-то там занимались инвестиционными сделками, а сегодня мы их ставим министрами. Он ничего не понимает, он не знает страны, не знает системы, не знает вот всех процессов. И мы его ставим. И представляете, какие последствия от этого происходят. От этого страдает, страдает бизнес. И он не видит перспективы, он начинает уезжать отсюда. Добре, в связи с тем, каким вы видите будущее нашего уряду? Багато стріл критичних на його. І взагалі складається враження, от теж я цілком підтримую вас, тому що сказали, тому що дивишся іноді на діяльність цілих міністерств, просто дивуєшся, як можна такі непродумані кроки робити. Які ви бачите майбутнє цього уряду? Ну, к сожалению, у этого уряда была возможность себя показать. Пока мы не видим перспектив. Да? Если говорить о премьере, вот премьер у нас уже больше года. И мы связывали какие-то надежды. Я все время общался, там, каждый день звонил ему, пытался вот, там, добиться каких-то изменений. К сожалению, этого нет. Есть популизм, есть ссылка на войну. Вот. Причем война, наоборот, она консолидирует общество. Она объединяет, и в том числе и в реформах. И все этого хотят. А мы их не видим. Мы видим косметику, говорят, нам лучше стало, мы в каком-то рейтинге, что-то там как вот, лучше в этом рейтинге. Причем здесь рейтинг? Ну, в карманах у простого населения больше стало или нет? Бизнес видит дальнейшее развитие здесь или нет? Вот это самое главное. А та інформація, яка прозвучала з вуст колишнього голови фіскальної служби, ну, про те, що знайшли великі зловживання з боку уряду, з боку окремих міністерств, розкрадання державних бюджетних коштів і так далі. Ну, от я вчора зайшов знову ж таки на сайт військове відомство, там 382 мільйони і так далі. Ну, от як тут розуміти, я, чесно кажучи, і ніхто із сьогоднішніх мешканців нашої України не розуміє, коли дійсно йде війна, і тут люди збирають гроші по крихтах, дають волонтери і так далі, збирають, і тут такими сумами розкрадаються ці гроші. Ну, я абсолютно согласен з вами. Необхідно
довести расследование до логического завершения, чтобы оно было объективное, в парламенте инициировали создание комиссии. И, к сожалению, очень многие в парламенте сопротивлялись и не хотели, чтобы эта комиссия была. Я спрашиваю, если вы не боитесь, если ничего нету, почему сопротивляетесь? Вы, наоборот, абсолютно скажите, правильно, давайте комиссию, мы готовы с ними работать и доказать обратное. А если вы сопротивляетесь, значит, тогда есть. И если это есть, тогда, особенно в это время, это преступление. Это преступление должно быть наказуемо. Давайте поговоримо, все-таки економіка – це добре, але на сході України йде війна. І ви, як людина, яка народилася і виросла в Маріуполі, як ви вважаєте, який ви передбачаєте розвиток подій там на сході України? Тому що всі кажуть, що от відсвяткуємо 9 травня, буде день, коли закінчилась 70 років тому Друга світова війна. І після цього розпочнеться широкомасштабний наступ, скажімо, регулярної армії російської на сході України, ну, при підтримці, звичайно, місцевих так званих сепаратистів, які ви вбачаєте розвиток подій? Ну, я в Маріуполі постійно нахожусь, я знаю ситуацію достатньо многогранно і з точки зрення потенціалу наших воєнних, і з точки зрення защитних вооружень, і що робиться по ту сторону. Дуже багато знайомих в Маріуполі, в яких родственники або знайомі живуть з іншої сторони, і вони оказалися окупованими і страдають від цього, але вони дають сигнали, розказують, хто там знаходиться. Все залежить від того, якщо ми будемо сильні і в стані відразити в будь-який момент адекватно угрозу, то попыток не будет больше, и будут вести переговоры о дальнейшей деэскалации. Если почувствуют нашу слабость, то будет у них провоцирование пытаться расшатывать, идти дальше и дальше. Что хотят лидеры боевиков? Они хотят, чтобы эта война продолжалась, потому что для них война – это бизнес, это деньги. Они забирают предприятия, грабят дома, там, грабят предприятия, офисы, режут на металлолом предприятия и этим зарабатывают. Для них каждый день у власти там – это деньги. Но если мы покажем о том, что наша защита эффективная, наши вооруженные силы могут адекватно реагировать и тут же отвечать на все угрозы, то дальше будет идти переговорный процесс. Я в это верю. А у вас не складывается такое впечатление, что у меня, принаймні, иногда закрадывается такая думка, что кто-то и людей, которые, скажем, сегодня при владе, ну, я не говорю, на найвищих щаблях, можливо, нижчі, може, теж зацікавлені в тому, щоб ця суматоха продовжувалася на сході України, бо в мутній воді легше рибу ловити? Я не думаю, що да, це сознательно так ну, можливо, навіть і не да, усвідомлено. Але то, що неефективність управління і в цьому секторі, тобто в воєнній підготовці, в формуванні ефективних вооружених сил, швидкого производства собственных высокоэффективных систем вооружения, а мы это можем, у нас колоссальный потенциал, только нужно правильно и эффективно направить и дать не только сигнал, а объединить очень многих, кто занимается в этом направлении, то мы можем очень быстро обеспечить наши вооруженные силы самым современным вооружением. Но этого не делается. Или делается в другой динамике. А, к сожалению, время, оно работает не на нас. Оно работает на них. Жители оккупированы. Они хотят, чтобы их освободили. Мы их не освобождаем. Там постоянно их зомбируют. С утра до вечера показывают извращенную картину. И причем то, что происходит там, не происходило нигде, еще ни в одной стране. Когда они берут из градов, из минометов, приезжают в один район Донецка, обстреливают другой мирный район. И мирные жители, с учетом той картины по телевизору, которую они видят, они абсолютно не верят, что это стреляют они. А они верят, что это стреляет украинская армия. И вот это вот весь негатив, восприятие, отношение, что их пришли, убивают, им не помогают, конечно, это работает против нас. Поэтому здесь время очень ценное, и мы его не должны попусту терять, потому что это приведет к большим трагедиям. И здесь иногда у меня тоже такие смутные сомнения есть, но внутри я понимаю, что это больше неэффективность управления, чем злой умысел.
Знаєте, я сам в засобах масової інформації практично більше 40 років працюю і дещо знаю. І дійсно, сьогодні не так страшна війна та, що стріляють там гради, інші там танки і так далі, коли в головах людей посилилися, ну, завдяки телебаченню, в першу чергу телебаченню сусідньої держави, і коли йде зомбування, це дуже страшно. А, на жаль, наша держава не може, мабуть, і не вміє протистояти таким крокам, які здійснюють наші сусіди північно-східні. Перше, ми були не готові. Друге, ми не реагуємо дуже швидко. Ми ці рішення не робимо командні. Це все приймається на рівні там, 2-3 чоловік в нашій країні. І, звісно, вот если они делают ошибки, то это все отражается на действиях всей нашей страны. И мы тоже задаем себе вопрос, ну что мешает на сегодняшний день? Есть условно буферная зона, есть зона, где находятся наши военные. Сегодня поставить 10-15 телевизионных вышек, обычных мач, не надо там большие, дорогие, и транслировать на эту территорию там, на 50-60 километров, в принципе, мы таким образом покрываем, да, всю эту территорию правильным проукраинским контентом, рассказывая вот истинную суть, но точно мы вот будем давать какую-то надежду, іншу, мы будем бороться за душу каждого, звичайно, человека. Да. Ну, зрештою, телебачення, ми забули такі річ, газети, можна їх друкувати, якісь там доставляти туди, розкидати, хоча б, але цього ніщо не робиться. Пане Сергію, а скажіть, будь ласка, ну отак, бо вже час наближається до завершення, на жаль. Звідки воно взялося? Я собі так думаю і надію. Було все мирно, тихо, і тут раптом отака почалася колотнеча. Мабуть, знову ж таки, давайте все-таки та пропаганда сусідньої держави, вона зіграла тут свою далеко не останню роль. Конечно. Ну, это, да, те, ми розуміємо, що операція була сусіднім государством. Десятки років назад вона не сьогодні. Вона була раніше. Розлагались наші всі силові відомства, Міністерство оборони. Там дуже багато було тих, хто вчився в Росії, тих, хто симпатизував. Вот. І мене спрашують там часто, а от мог би ти це зробити, вот, якщо б там ефективно управляв? Вот. Я говорю, ні. Жизнь показала, вот история вот, всех событий на Востоке показала, что это была целенаправленная, идеологическая, гибридная, военная операция нашего соседнего государства. Они это делали в Крыму, там все получилось. Никто ни по зубам, ни по мозгам им не давал. Они поняли, что это легко раскачать. А можно было дать. И обязаны были дать. Да. Там у нас и тоді не было бы... Не було огромный, сьогодні Донбасу. Там був огромний контингент. Там легко було пресекати. Є Керченський перешеек, є перешеек в районі Мелітополя. Ми закриваємо два коридора і все. Аеропорти контролюємо, ніхто сюди не прибуває. І для цього тільки потрібно було це зробити. І далі жорстка команда. Да. Є Севастополь. В Севастополі поставили, условно говоря, там затопили один корабль. Абсолютно правильно. Входа, вихід із бухти. В бухти ніхто не вийшов. І все, і та історія би закінчилась. У нас там огромний контингент. Все це було. І, к сожалению, ми не зробили. А потім всі, хто займався в Криму, вони переїхали в Донецьку область. Вони знаходили часть Маріуполі, часть Донецьки і часть Славяногорські. Появились воєнні, появились оружие. І вот точно губернатор своїми средствами, а у губернатора то какое средство? Только мирное. Все военные ведомства не в его подчинении. И я говорил, что нужно спецоперацию было делать изначально не так. Не надо было такое широкомасштабное наступление. Надо было делать спецоперацию. Если у нас спецназ, нужно было срочно менять законодательство, потому что обычно антитеррористические операции, они все локализуются Альфой. Ну, там морская пехота стояла. Альфы не было, да, учитывая, что она была развалена после Майдана. У нас других не было инструментов. И нам нужно законодательство срочно было изменить, потому что Министерство обороны не имеет права участвовать в антитеррористических операциях. Буквально в кількох словах. Какие ваши стосунки зараз с Ринатом Ахметовым? Я общаюсь. Часто общаюсь с ним.
связанная с гуманитарной помощью по Донбассу, связанная с восстановлением предприятий, связанная с работой и Азовстали, и Ильича в Мариуполе. И очень важно, чтобы эти предприятия работали. К сожалению, очень постоянно взрываются мосты, взрывается железная дорога. И если будут работать хорошо предприятия его Мединвеста и ДТЭКа, то точно мы получим больше налогов, а получение большего количества налогов дадут нам возможности развития наших городов. І останнє традиційне, що би хотіли, користуючись нагодою, побажати, зокрема, тим, хто вас дивиться зараз, населенню Рівненської області і не тільки Рівненської. Ну, я хотів би сказати, що у Рівна дуже великий потенціал. В цілому Рівненська область, 20 тисяч квадратних кілометрів, прекрасна земля. Ми сьогодні їхали, і мої ребята в машині зі мною, коли їхали, ось яка красивая природа, красивая земля. Она красивая, потому что она наша. Вот. И по-другому мы воспринимаем. Вот. Поэтому очень важно использовать этот потенциал. Есть интеллектуальный потенциал. И здесь хотелось бы, чтобы сегодня Рівненська область была одним из модераторов всех изменений. Мы договорились, создаем бизнес-клуб. Рівненська область, Донецкая область. И мы туда добавим Киевскую. И будем делать совместный диалог, будем помогать. У нас есть больше инструментов, есть знания, есть опыт работы с финансовыми институтами. И будем продвигать возможности Рівненської области для того, чтобы в конечном счете здесь край жил более богато. И важно, конечно, сделать децентрализацию, получить всю власть на местах. Как только будет власть на местах, поверьте, очень многое изменится. Будемо все надіятися. Дякую вам. Нагадаю, дякую що вам. Гостем нашої сьогоднішньої передачі був народний депутат України Сергій Тарута. До побачення.